По доброй традиции, в канун Нового года детям Приморья вручают сладкие подарки от губернатора края Олега Кожемяка. Наборы свежих и вкусных конфет к празднику получат более 3000 ребят со всего Хасанского района. Подарки от главы Хасанского района Ивана Степанова будут переданы в семьи с трудной жизненной ситуацией. Подготовили сладкие наборы для детей и в администрации Славянского городского поселения. Поздравления и сладости от губернатора подготовлены для дошколят в возрасте от 3 до 7 лет, учащихся первых-четвертых классов, а также детей, находящихся в краевых государственных учреждениях социального обслуживания. Кроме того, их получат дети, которые находятся в краевых учреждениях здравоохранения в период зимних праздников. Все подарки собраны и упакованы на фабрике «Приморский кондитер». Также в этом году администрацией Хасанского района закуплено 50 подарков для детей, которые находятся в сложном социальном положении и состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Большое внимание администрация района уделяет и деткам, проходящим лечение. Между администрацией Хасанского муниципального района и центральной районной больницы заключено соглашение, в соответствии с которым для деток, которые находятся в детском отделении и в преддверии Нового года будут встречать этот праздник именно в отделении, главой Хасанского муниципального района приобретены подарки именно для вручения. Вручать будут на Центр детского творчества «Вдохновение», Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять наших деток. В преддверии наступающего Нового года мне бы хотелось от всей души пожелать всем жителям Хасанского района и всем жителям Приморского края замечательного Нового года, встретить его в теплой дружественной обстановке, в семьях, в здравии, в достатке. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет на территории Славянского городского поселения действует муниципальная программа по социальной поддержке льготной категории населения. В том числе это многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов и малообеспеченные. Благодаря этой программе в канун Нового года 120 детишек получат сладкий новогодний подарок. Конечно, это очень радостно. Перед Новым годом все любят получать подарки, в особенности дети. Но в этом году нас обрадовали наши поставщики. Предприниматели из Сусуриска сделали вот такие вот подарки нам, спасибо, нашим деткам. Да, вот Дед Мороз и Умка. Это и игрушка, и здесь же и конфеты. То есть два в одном. Приятный подарок деткам. Не останутся без внимания и ветераны, труженики тыла и дети войны. К праздникам им доставят поздравительные открытки с Новым годом. Мы поздравим наших ветеранов. Конечно, более скромно, но они поздравительные открытки, вот такие вот красивые, получит каждый ветеран, проживающий на территории славянского поселения. И хочу поздравить всех жителей Славянки наступающим Новым годом 2021. 20-й год остается позади, последние дни идут его. Самое главное – крепкого здоровья. Здоровье – это главное в жизни. И чтобы наши родные и близкие были с нами рядом. И чтобы нас радовали наши детки, хлопоты были только приятными. Пусть 21-й год принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Новым годом наступающим! Несмотря на то, что до Нового года еще 2 недели, подарки уже доставляют. Ведь они создают праздничное настроение перед самым волшебным днем в году. Виктория Беляева, Егор Грид, новости Славянки.